Что, ребята, анбоксинг. Газона косилка Black Decker 1600 ватт модель. А вот да, кстати, здесь она прям написана 471. Там мужик спрашивал, это какой. Нет. Ну вот здесь написано 471. Там инструкция же три модели. Вернее, в гарантийном. Какая-то 300, 400 и еще какая-то. Это надо сохранить, да? Ну, типа, да, гарантия, я не знаю, через 2 года. Что будет? Это видимо... Она складывается, как коляска детская. Прикольно. Она ничего складывается. Ну, складываться-то она складывается, только не будешь ты каждый раз ее складывать. Нет, а та складывалась? А это для чего? Это заглушка для, наверное... Травосборника? Крышка травосборника, наверное. Нам траву не надо собирать. Ну, может, когда-нибудь понадобится травы помульчировать, собрать. Блин, какие тут слепни летают. Вот это, видимо, нижняя часть травосборника. Угу. О, тут все разобрано. Это, видимо, боковина травосборника, я так понимаю. Ручка и сама косилка. Инструкция. Там что-то в интернете написано одно, в АБИ было написано другое. Якобы двигатель асинхронный. Он не должен быть асинхронный. А в интернете пишут синхронный двигатель. Нет, асинхронный. Потом было написано, что у нее нет ременчатой это передачи. Да? В интернете пишут ременчатая. Это кого? Ну, как понять, ременчатая, не ременчатая? Как мы можем? Как можем? Вот тут написано в инструкции. Да нет. Видишь, он сразу идет нахуй. А в той, в бошевской было? А в той, наоборот, нахуй еще. Ну, нормально, да? Вот это... То есть вот двигатель там стоит и сразу получается нож. Передача идет сразу. Ага. А вот и той, болт. Вот той. Колеса какие-то. Тут и это самое, дальше был. А. Потому что мотор там стоял, ремень. А, все, и ремень сорвало тогда. Подшипник сорвало. А, подшипник. Может, болт чем-то это не за этот, чтобы он не закипел. Надо смазать сразу или это. Да нет, она вон. Он двигатель же, видишь, крутится сам. Двигатель. То есть все, тут нет никакого ремня, то есть сразу двигатель на нож идет. Ну, зашибись. Вот знал бы ты там, проверил это в магазине там. Да, там этот мальчик там что-то говорил. Так, ребятушки, поставили ручку, все прикрепили, что здесь было. Сейчас попробуем косить. Регулировка высоты вот этим рычажком, ну, в принципе, как во всех, в большинстве, видимо, как косилок. Мы сейчас поставили, по-моему, самую большую мы, по-моему, поставили. То есть вот так вот она опускается поменьше. Вот так вот. Не самую маленькую, не самую большую. 30 сантиметров. Или миллиметров, наверное. Что это обозначает? 30 миллиметров, я думаю. Не сантиметров уже. Так. Дальше что? Здесь нет как бы вот розетки на ручке, как бывает в некоторых газонокосилках. Здесь висит такая розетка. Висит розетка сантиметров 10. То есть нужно удлинитель сюда втыкать. Ну и, собственно говоря, управление тоже как в обычных, во всяких газонокосилках, то есть кнопка, которую нужно зажимать, и на ручках кнопки, которые нужно уже стартовать, то есть такая, чтобы случайно не нажал.
Итак, друзья, на этом моменте приглушим звук газонокосилки, и я скажу несколько слов. В общем и целом, Black Decker газонокосилка вполне неплохая. Именно 1600 ватт, потому что были там и послабей, была вообще маленькая 1000 ваттная. Но вот люди пишут, что она сильно перегревается и на большие какие-то вот расстояния не рассчитана. Может быть, для какой-то там совсем слабой женщины подойдет, но лучше всего выбрать с двигателем помощнее, который будет справляться с травой и не будет перегреваться. Сама машинка может быть показаться сначала какая-то очень тяжелая и большая, но, как вы могли видеть, там даже обычная женщина может ей управляться. Если у вас никогда не было машинки на, вот, как сказать, на электричестве, которое требует удлинитель, то вы можете видеть, что постоянно требуется поправлять этот провод. Нужен ли какой-то помощник, либо самому как-то научиться провод постоянно вот туда-сюда его двигать. Иначе вы можете на него наехать и повредить, и даже там, не знаю, убить током, возможно. Вот. Мы не стали ставить травосборник, как вы тоже можете видеть. Вполне себе нам нравится, когда трава просто вылетает. Но, конечно, нужно носить какие-то высокие сапоги, потому что эта трава просто по колено вам все штаны и сапоги запачкает. И, конечно же, желательно не косить по сырой траве. Если какие-то дедовские методы кошения травы требуют именно что там поутру, по росе косить, то газонокосилка нет. Ей больше нравится, чтобы была сухая трава, иначе она забивает весь отсек, все отверстие. Вот. Ну, а чтобы трава лучше вылетала, мы так вот там проволочкой такой как бы вот его приподняли, чтобы было расстояние. Если крышка совсем опущена, она тоже очень быстро забивается. Вот. Мы вполне довольны покупкой, так что переходите по моей реферальной ссылке, смотрите цены, может быть, тоже купите себе такую газонокосилку. Ну, а на этом все. Извиняюсь, что было немножечко сумбурно, потому что мы не планировали записывать видео, но ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вы об этом думаете, и пока, до новых встреч, до новых видеообзоров.